Казанский федеральный университет имеет большую и богатую историю. Он по праву является одним из старейших университетов России. Посетить музей истории университета, Казанской химической школы, институтов, а также научные лаборатории университета удалось участникам образовательной программы «Здравствуй, Россия». Это дети граждан России и Советского Союза, в свое время уехавших за границу. Они свободно говорят на русском языке и являются победителями и призерами различных олимпиад по знанию российской культуры и истории. Я как ректор университета заинтересован в общении с теми людьми, которых мы рассматриваем как потенциальных наших абитуриентов и, соответственно, студентов. Я думаю, увидев нашу инфраструктуру, встретившись со мной, в том числе с нашими учеными, у многих появится интерес вступать к ним. По крайней мере, они узнают, что такой университет существует, и он, в принципе, на сегодняшний день неплохо развивается. Я имею в виду, когда неплохо развивается, по меркам международным. Да? Для Казани мы очень хорошо развиваемся. Презентация университета прошла в форме обратной связи. Школьники задавали интересующих вопросы ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, а также узнали о возможностях, которые предоставляет университет. Насыщенная беседа продолжалась почти два часа. Хочется отметить, что большинство школьников всерьез задумались поступить в Казанский федеральный университет. Очень интересно, помогает познавать Россию, мы общаемся с новыми людьми. Из разных стран мы узнаем не только Россию, мы узнаем одновременно и другие страны. Ну, конечно, нас объединяет русский язык. Я даже не ожидал на фотографиях. Он выглядит красиво, но не настолько, как я увидел это все вживую. Я очень давно мечтал посетить Россию. Университет, он очень хороший, я даже задумался в дальнейшем, чтобы сюда поступить по возможности. Вот уже буду это обдумывать. Алина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.